Приветствую всех на канале подписчиков «Случайный зритель» и «Перебрал я». Местных 400 гривен по 25 копеек. Находки тоже довольно достойные. Первое у нас сдвоение в слове «копийок». Именно в «и» в итальяночке иногда попадается. Одна монета с браком 2-2. Широкая дата. И третий колос сдвоенные зерна. Так, один БАК 94 года. Довольно тоже неплохая монета. Четыре монеты перепутки, 2 ААМ, огромное количество третьих штампов у нас здесь. 5 монет, ну видно монеты старые, древние, потому что 94-96 год особо не было. Ну а также довольно огромное количество бубликов, аж 7 штук, со штампом 2 ВАМ. Также было полтинников на 472 гривны у нас здесь. 17 монет на брак БАА я еще не пересматривал. Будет время, пересмотрю. Так, 4 монеты с малым гербом. Штампы 2-1, 2-2. Одна трапеция с отростком АГМ. С отростком XXL. И одна с сдвоением монета. Ну, еще тоже не особо разбирался. Будет время, разберусь. 3 монеты 95 года. 2 мелких. Один крупный, одна монета, заболевшая асфальтной болезнью. Больше всего, что на нее что-то наехало очень крепко и очень сильно. Ну и одна монета с третьим штампом очень редко попадается. Третий штамп, 3 ААМ. Также было 40 гривен с этого банка, на удивление. Я, в принципе, особо ничего не нашел, но зато нашел одну монету евро 2012 с такого малого количества, крайне редко попадается. Ну и одна монета 2004 года. Также было на 430 монет гривасиков 2004 года, 3 монеты, 1 монета у нас Маки 2015, 1 монета 1БА3, как всегда, 2005 года выпуска, ну и 1 10 года отложил, может себе в коллекцию закину, с лучиком, сохран хороший. Так что, ребята, вот так, всем спасибо за внимание, всем удачных поисков, до скорых встреч, всем пока.